Алина Кабаева, ее мяч. Ее композиция сделана на музыку Чайковского к опере «Пиковая дама». Очень драматичное упражнение. И вы видите выражение лица у Алины. Ох, какой чудесный поворот. И как ни в чем не бывало, продолжает дальше. Ирина Александровна Винер, главный тренер сборной России. Большим сюрпризом было появление этой гимнастки на первом этапе Гран-при в Москве. Очень достойно выступила и в многоборье, и в отдельных видах. Следом для нее старт был еще на одном этапе Гран-при в ТЕ. И мы увидим, надеюсь, эту гимнастку на соревнованиях Гран-при в Минске. Ну, а пока сейчас на чемпионате России вас тоже оценили судьи выступления нашей выдающейся гимнастки.